Наша страна – одно из самых многонациональных государств мира. Всем известно, что каждый народ имеет свою историю и культуру. Но, к сожалению, все чаще мы сталкиваемся с тем, что представители юного поколения начинают забывать о своих этнических корнях и родине своих предков. Поэтому активисты и проводят колоссальную работу, чтобы предотвратить этот процесс. Яркий тому пример – Конаковская армянская диаспора. Ну, кроме армянской церкви, например, вторым базовым элементом считается… Укрепление армянского общества считается армянская воскресная школа, которая была открыта в 2011 году на базе 5-й гимназии города Конаково. Школа действует с 1 по 4 класс, изучает армянский язык и историю, которая насчитывается около 5000 лет со времен царства Урарту. Школа свободная, все желающие могут прийти поучиться, познакомиться с армянской историей, языком. В Конаково проживает довольно много армян. Ни для кого не секрет, что представители этого народа чтят память своих предков, дружат с семьями и стараются даже вдали от родины держаться вместе. Поэтому идея создания армянской воскресной школы увенчалась успехом. В воскресенье мы побывали на первом уроке. Я хочу желать вам хорошего учебного года, чтобы вы все освоили, нашу письменность, историю. И не забывая, что вы находитесь на территории России, обязательно надо знать историю еще России. И тесно связано с нашей историей. Спасибо вам. Научить детей гордиться и уважать своих предков, их богатую древнюю культуру должен каждый, кто является патриотом своей родины. В школе детей приобщают к армянской национальной культуре, выявляют и развивают таланты ребят, учат работать в коллективе. За небольшой период обучения в школе многие из воспитанников стали разбираться в истории, искусстве и литературе своей исторической родины. Но самое главное, что в этой школе внимание ребят уделяется не только Армении. Каждый из них живет в России, а потому знает, что нужно с уважением относиться и к русской культуре. Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я. И вот уже мечтою странной душа наполнилась моя. Где цвел, когда, какой весною, и долго цвел, и сорван кем. Чужой, знакомый ли рукой, и положен сюда зачем? На память нежного свидания, или разлуки роковой, или одинокого гуляния в тиши полей, в тени лесной. И жив ли тот, и та живая, и нынче, где их уголок, или уже они увяли, как сей неведомый цветок. По всему видно, что ребятам очень нравится посещать воскресную школу. Здесь они проводят свое свободное время с пользой. Самые смелые воспитанники рассказали нам, что именно им нравится изучать в школе. Я учусь здесь уже 2 года, и мне больше всего запомнилось, как я читал стихи на хачкаре. Учага, нарегацу, край маштоца и край чаренца. Воздвигали тебя праотцы своей верой, отвагою гордой. Вся жизнь молчаливый подвиг. Мы учим стихи армянские и буквы. Мы учим историю Армении. Мы учим стихи. Мы учим армянскую музыку. Армянские традиции и праздники. Развивать идею создания подобных школ нужно не только на городском и региональном уровне. Необходимо научить всех представителей юного поколения судить человека не по цвету его глаз и кожи, а по поступкам. Любить родину, знать ее историю, уважать и другие народы и их культуру. А главное – быть настоящим патриотом. Ведь именно на их плечи возложено будущее нашей многонациональной страны.